Поехали. А не страшно? Это со стороны смотрится ты страшно. Ты сними нас. Ой, на. Мы вот так вот с милой едем. Нас так не видно. На канатной дороге. Мила, помаши в камеру. Видишь себя там? На канатной дороге. Мила, помаши, скажи привет, привет. Во. Это мы с папой и мамой едем на канатной дороге. А мама боится высоты. Под нами такая высота, вот огромная. Классная, Мила, качелька. Страшно, маме даже страшно. А наверху там еще один зоопарк. Да. Какая красота открывается на город, да? Милана. Не мама первый раз потому что снимает палки. А там море. Мама аккумулятор начал садиться. Быть его классно. Там будет прикольнее, потом видно, когда наверх доедет. Там что сядет наверх. Уже 137 метров над уровнем моря. Высота пирамиды Хеопса. Трещется. И музыка успокаивающая играет. Вдруг у кого-то паника. Мне даже Милке нравится очень. Это, конечно, такая качелище, да? Разрешается только в местах, указанных красными стрелками на площадках станции. Сойдя с кресла, правый пассажир обязан быстро отойти направо, а левый сойти налево, пропустить кресло и также отойти направо. Сразу же после высадки пассажиры обязаны выйти за ограждение станции, придерживаясь правой стороны площадки. Вон, видишь, там какие-то... Ух ты! Ламы, не точно! Знаю, там еще кто-то, какие-то животные. Горные, наверное, какие-то. У нас же была им еда. Давай бросим что-нибудь. Мила, не надо, не надо. Это олени! Олененки вон маленькие. Нате ням-ням! Они не поняли. Ну, блин. Лучшая точка комплекса здания МГУ. Едем? Зоопарк. Зоопарк едем. Что, приехали? Нет еще? Здесь самые крутые 510 подъем. Метров над уровнем моря. Угу. Что это, 29 метров, высота резко так изменилась. Якобы это вот с пятиэтажным дом резко мы поднялись. Папка. Папка.
прохладно. Всех фотографируют. Ну, когда он фоткать-то будет? Да будет фоткать? Уже. Сфоткал уже? Да. 640 метров над уровнем моря. Ветер тут какой, мило, тебя сдует. Высоко. Эта штука платная. А билеты здесь не срабатывают? Нет, вам, по-моему, нужно отдельно купить. Нюра, посмотри. Вот я сверху наблюдаю. Ура! Правда, так ничего не видно, да? Жадность, это называется жадность, да. Да, во как тут. Высоко, да? Красота. Посадка в кресло разрешается только в местах, обозначенных красными квадратами. Закат. На площадках станции. Сразу после посадки в кресло. Ну, мы там выйдем снова в парке. Файл может не записать. Быстро, 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 быстро вниз. Катимся вниз. Геленджик.